Кровать на стене, диван из ковра, дверь, которая превращается в стол для пинг-понга, это вовсе не фантазии безумного художника или декорации из комнаты смеха. Все больше людей вместо скучной стандартной мебели выбирают креативные дизайнерские вещи. Возможно, и вас заинтересует наша подборка самых необычных предметов интерьера. Думаете, что мебель из бочек – это обязательно что-то, связанное с дачей? А вот и нет. Как вам такая кровать из винной бочки? Креативно, слов нет. И переделать отслужившее свое тару для вина в спальное место не так сложно. Да и любители пропустить бокал другой идею оценят. Единственное «но» – бочка должна быть очень большая. Ну и комната соответствующая. Сколько может стоить компьютерное кресло? Если речь идет об этой модели, то 2 миллиона рублей. Помимо, собственно, кресла, здесь еще топовая версия компьютера, три монитора с суммарной диагональю в 100 дюймов, PlayStation 4 и даже бар. Оно оснащено электрическими подлокотниками, системой подогрева и охлаждения, подсветкой, подстаканниками. А еще может менять угол наклона с 90 до 140 градусов. Сынок, а оно тебе действительно для учебы нужно? То, что выглядит как рисунок, прислоненный к стене, на самом деле реальные диваны и стулья. Дизайнеры японской компании Yoi определенно знают толк в оптических иллюзия. Судить об удобстве не беремся, но гостей такой интерьер точно удивит. Игровая комната в квартире – мечта не только детей, но и взрослых. Ну где, спросите вы, в хрущевке поставить, например, стол для пинг-понга? Немецкий дизайнер Тобайас Францель знает ответ. В стол для пинг-понга можно превратить дверь. А что? И креативно, и функционально. Дизайнеры раз за разом доказывают нам, мебель – это не какая-то посредственная обстановка, а полет фантазии и креатива. Здесь, как говорится, главное не бояться.